здорово. Юль, ты представляешь? Мы первые за 300 лет здесь. Охренеть. Пойдем, пойдем, ступеньки классные. Блин. Тут прикинь, тут все. Все, все, не пойду тут. Может все обвалиться. Это колокольня. Да, вон. Все деревянное, представляешь? Это, наверное, с тех времен все осталось. Представляешь? Как круто. Блин, у нас все рухнет, может. Да. Мы поднялись на третий этаж, на колокольню Серпуховского монастыря. Ой, церкви какой-то. Офигеть. Тут сотни и сотни лет никого не было. Считай, мы первопроходцы. Проходы очень узенькие. И скользко здесь. Голуби насрали. Да, аккуратненько. А? Ты представляешь, они во всех монастырях такие, проходы узенькие. Не знаю почему. О, второй этаж. Да. Нифига, смотри, это полукруг. Это полукруг, это тот потолок, где икона нарисована. Нельзя, конечно, вон. Можно провалиться, обвалиться. Вообще круто. А это что за комната? Ого. Может, с войны, не знаю. Круто. Это печная труба. Да, это вот. Вот здесь бы была печка, вот она снизу шла. И вот она туда уходила, вентиляция. Ну что, пойдем, а то он, наверное, ждет нас. Да, тут такой узкий проход. Причем вот в женском монастыре он тоже такой. А? Ступенька непонятно. Покажи, как низкий проход. Встань во весь рост. О, круто. Ленка, ой, солнышко, расскажи, пожалуйста, свои впечатления. Где мы? Я вообще в полном восторге. Мы в церкви, и тут такой узкий проход. Я первый раз такой вижу. А с тех времен я очень обожаю исторический. А куда он ведет, расскажи? Он ведет на колокольню. Но дальше там уже сломана лестница деревянная. Они уже страшно забираться. А мы же любители приключений. Но все равно мы этого делать не будем. Вообще класс. Пойдем посмотрим монастырь вокруг, Оля. Вот какой-то проход. Да. Во, смотри. Охренеть. Это вот ливневку там делали. Что для чего? Ливневка, чтобы не затапливал подвал. В ней скапливается вода и отводится принудительно в другую часть. И вот это, кстати, лестница в подвал, вот это, в стене. Да, а это, видишь, новая часть, пристройка. Юленька, солнышко. Ой, замурован. Чё там, чё там? Юль, замурован. Держи, держи. Замурована? Блин. Так жалко. Ёлки-палки, да. Я же обнадался. Да, еще б туда попасть было вообще круто. Я обрадовал. А я-то как? Я, нифига себе, я тебе сразу, Юля, Юля. Юля, вход. Ну, я снимаю. Вот это и скажешь мне, когда мы забираем? Юленька, забирайся.
Здравствуй, здравствуй, Юленька. А где мы находимся? Мы пришли в эту старую церковь, хотим туда вовнутрь попасть. Это на Чехова. Название церкви не знаю. Пойдем посмотрим, что там внутри. Мы путешественники. Любим старый Серпухов. А это тоже храм. А, забором заделали. Уже не проберешься. Проберешься? Ну, одежду раздерешь, да? Вот так вот мы проникаем. Чего я снимаю? Собаки раньше жили. Туда не лазили. Ну, туда-то идут проблемы. Бабайки нету. О, там дальше. Аккуратнее. Кто тут жил, ты говоришь? Где? А что это такое? Это труба печная. Она проходила сквозь стены, она стены сама обогревала. Она оттуда приходит, он туда выходит. Кто знал, что мы будем лазить по таким местам? Так, смотри, ну, аккуратней, ступай. Давай, пока свечу. Все, это все. Вот второй этаж, а? А там нет ничего? Ты думаешь, там есть что-то? Туда не лазь, туда только. Я не полезу, я только снять. Мы же туда лазили. Ну вот по этой доске. А? Полезли. Давай, залази. Что? Тут одна лесенка, еле держится. Давай руку. Да, держи меня. Держу. Ура. О, смотри, вот тебе второе здание. А, почему? А там, походу, дела входа нету. Вон он, вход, вон ворота. Он с другой стороны, но он закрыт. Вон он, видишь? Крыша. Крыша, да. Причем это недавно дырку заделали, видишь? Чтобы не разрушало здание. Пойдем посмотрим, что он там. Да. Слушай, а мы же на третий этаж как-то попадали. Нет. Разве? Блин, а почему мне так кажется, что мы на третий этаж попадали? А, так вот мы, наверное, и попадали туда, на третий этаж, вот через ту. Вот здесь вот. Туда никто не полез. Ну, дырка-то была. Вон он, третий этаж, Юля, он над нами. Где? Вот он. Вот он. Это крыша. Это третий этаж, вот она. Вот проход, вон колокольню я вижу. Не смотри туда. Вот, по стене тут, в стене. Есть специальные выемки, по которым это как раз туда лазили. Я сначала слезу, буду тебя поддерживать. Ну ж первый ты слезть не можешь. Давай, давай, все хорошо. Сильно осел. Чё там, чё там?
Ну, тут стены одни, дом сильно осел, окна как будто очень низкие. А с дороги вот он вышел.